Друзья, всем привет, с вами Капанда, и сегодня играем в Roblox симулятор поиска сокровищ. А каких сокровищ? А именно металлических. Знаете почему? Потому что у меня есть такая штука. А эта штука называется металлоискатель, то есть она у нас ищет под землей именно металл. Стекло, пластмассу и бумагу она не найдет, но она и не такая дорогая. А какие-то металлические предметы могут быть очень дорогими. Смотрите, мы бегаем по этому крутому полю и подсвечиваются такими желтенькими штучками места, где могут быть у нас сокровища. То есть наш металлоискатель, металлодетектор находит под землей сокровища. Так, вот. Светится очень клево. Давайте возьмем лопату. На глубине 4 метра она зарыта. Раскопнем. Два копнем, 3 и 4. Бенч. О, мы нашли какую-то. Что это такое? Какая-то таблетка, короче, была. Металлическая, наверное, не знаю. Короче, мы нашли швайбу. Наверное, осталось после чемпионата мира по хоккею. Так, здесь тоже покопаем. Бэм-бэм-бэм-бэм-бэм. О, колечко. Нашли колечко. Это круто. Так. Я хочу что-нибудь еще найти. Вот, еще какая-то штука. Бенч-бенч-бенч. Бенч-бенч. И еще колечко. Так, у меня забился рюкзак. Вон он. 3 из 3. Нажимаем Yes, и нас телепортируют в магазин, где можно теперь наше все добришко сбагрить. Бенч, и мы продали за $17. Окей. Давайте посмотрим, что еще тут есть. Там есть... понятно. У меня уровень номер 3. За уровень номер 25 можно будет перейти вон в ту какую-то офигенскую область, где, наверное, куча всяких будет вкусняшек. Там, наверное, вообще какие-то мега сокровища зарыты. А там дальше уже 65 уровень. И какой еще не вижу... 125-й, обалдеть. А у меня пока только 3-й. Ну, я тут нубасик, я только сел. Ладно, ну что, давайте будем двигаться вперед. Нам нужно разбогатеть, купить новый металлоискатель, новую лопату и новый рюкзак. Давайте бэм-бэм-бэм-бэм. Еще что-нибудь выкопаем. 1, 2, 3, 4, 5. И здесь 1, 2, 3. У нас какие-то шайбы одни получаются. Все. Так, тихо. А что я тут копать-то буду? Сел копать, я что-то прям здесь в секретном месте выкопал, да? Ну, это не точно. Ладно. Все, сдаем. Нам дают мамочки 8, что ли? Так мало. У меня 51 монетка. Ладно, давайте-ка маленечко пофармим. Так, друзьяшки, я накопил 300 монеток, давайте забежим в магазин и глянем, что мы можем на них купить. Ага, это у нас металлоискатели, металлодетекторы. Вот у нас такой нубовский, он ищет на глубине 15 и может принести какой-то один алмазик. Я не знаю, что это такое пока, не разобрался. Так, уровень номер 2. Он копает больше на 5, то есть уже 20 и 2 алмазика. То есть, видимо, какой-то шанс найти более серьезные сокровища. Вау, здоровый, здоровый. Мамочки, двойной металлоискатель. Черный джедайский металлоискатель. А вот уже такие более-менее, как они выглядят в настоящей жизни. Вот так и вот. Вау. Какие-то неоны и с подсветочкой, и какие-то турбированные, и пылесосные, и инопланетянские. Блин, клево, какой-то вообще прозрачный. Вау, золотой, с цепочкой, ну, понятно, это все уже у нас идет за робаксы. Так, еще у нас есть лопаты, это сила, это, наверное, сколько он выкапывает за один присед. Один раз, если мы жмякаем, двойная лопата, прикольно, мне такую картошку копать. Еще большая лопата. О, да здесь какая-то, вообще как снег можно кидать. О, это какая-то, не знаю... Красноадская лопата. Вот это мне нравится, прикольно. Радужная лопата и золотая, как обычно, за робаксы. И еще у нас здесь есть, конечно же, наши сумки. Сумки. На плюс 12, 15, 18, 21, 24. Мамочки, оцены-то какие здоровые. 30, 34. 3 миллиона стоит. Обалдеть. О, и бесконечно, как обычно, за робаксы. Ладно, давайте купим, наверное, металлодетектор. У меня 300, я могу купить второго уровня за 65. О, я как раз могу перепрыгнуть его и купить вот этот черный металлодетектор, который за 300 бачей. Конечно, покупаем его. Во, вот такой он клевенький. Ну-ка, выбегаем, смотрим. Вау, смотрите, черный. Черный офигенский какой, да? Так, можно я пойду кого-нибудь обыщу? Точнее, мы пойдем искать теперь сокровища. Наверное, мы теперь будем искать на более глубоких уровнях. Раз, два. Ого!
100? Обалдешки, это теперь мне надо жмякать, а тогда сколько максимум было? 4 что ли? Нифига себе, так мне теперь надо и лопату апать. Я-то думал, хоть глубина будет такая же, будет ценнее. Ну, в принципе, логично, он долбит дальше и нужно больше копать. Ну-ка, и... Бам, за 100, ничего себе, мы нашли какую-то цепочку что ли, обалдеть. Ну, теперь тут тоже жмакать придется гор... 500! Опа, натики. Ладно, это, наверное, будет до утра. Поехали. Так, я почти выкопал то, что было на такой глубине, на 500 метров, и бенч, 500, нифига себе, я нашел какое-то мега сокровище, которое мне сразу принесло 500. Давайте выкопаем, о, быстренько, еще один, за 7 всего, и теперь это все сдаем, обалдешечки. Круто, за 600 я сдал, так давайте сразу же купим и нормальную лопату, то есть с этой нубовской лопатой я буду ходить очень долго. 600, как раз я могу купить лопату, которая будет копать не по единичке, а всего лишь что ли по двоечке. Да нет, это что-то не может быть. Эту 500 я буду опять копать так долго, что ли? Ну ладно, давайте глянем, давайте затестим. Где мое сокровище? Какое-нибудь кровенькое. Вот, вот это моя хорошая штучка. Так, не толкаться. Не толкаться, поехали, бам-бам. А, не, нормально, не по двоечке надает. По восьмерочке сразу же. Во, за 100 нашли. Еще, во, пошла масть, это хорошо. Еще одни. Так, какую-то мы цепочку опять нашли по ходу дела. Все, быстро все сдаем. Так, теперь нам нужно будет, наверное, купить еще нормальный рюкзак, чтобы не бегать быстро так часто на базу. Так, за 8 это какая-то мелочевка, за единичку, ну что-то вообще мелочевка какая-то. Наверное, нам нужно подойти вон к той стеночке поближе и от этой стеночки подальше. Давайте вот сюда куда-нибудь в уголок, чтобы никто не уволок. Так, 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 так. А можно же вот так, оп, нет, не будем это копать, точно, можно посмотреть и отменить еще. Эту мелочевку мы не будем копать, это тоже... Ой, оно уже выкопалось само. Во-во, что-то нашел более-менее поглубже. Есть, что-то нашел и продал. Так, сколько у нас стоит лопата? Ой, не лопата, а рюкзак. А рюкзак следующий стоит у нас 120 и 400. Давайте вот накопим за 400, наверное. Рюкзачок за 400 и возьмем его. Та-та-та-та-та. О, за сотню нормуль. Бенчикс, еще одно сокровище. И опять шайба. Зачем мне эти шайбы? Какая-то мелочевка все. Так, я могу это сдать? Нет, мне не хватает. Есть, хватает за 400. Давайте возьмем рюкзак побольше. Рюкзак, раз, давай, с третьего уровня. Бенчик купили. Все, теперь мы крутые. Мы апгрейдили лопату. Мы апгрейдили рюкзак. И самое главное, металлоискатель мы купили. Все, теперь можно хорошо пофармить. Полетели. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. О, черепок какой-то нашел. Еще маленькая цепочка, это хорошо. И, бронзовое колечко. Так, опять это банка. Зачем эти банки, склянки и колечки мелкие? Вот, 7, теперь у меня хоть 7 вещей влазит в мой рюкзак. И я не буду так сильно часто бегать на базу, это все сбагривать. Опять таблетка. Во-во-во-во-во-во, я нашел опять на 500. Сейчас что-то вылетит за пятихаточку, наверное. Ва, я уже жду, не дождусь. Смотрите, как этой лопаты очень быстро мы копаем. Он наш разлетается. Еее, мы нашли чемодан. А в чемодане что? Правильно, золотишко. А золотишко сколько стоит? Правильно, очень дорого. О, черепок. Черепок, это хорошо. Вон, мы уже 300 накопили так быстро. Сейчас еще сходим, сдадим. И вообще будет все в ажуре. Все, сдаем. Прилетаем, продаем. 700, обалдеть. Я накопил свою первую 1000. Все, я так рад, что поеду в Ленинград. Так, 1000 есть у нас. Давайте мы накопим, наверное, еще где-нибудь 500. И потом сходим, глянем, сколько можно там еще что-нибудь купить. О, еще одна за 500. Сейчас, наверное, опять вылетит этот чемодан. Чемодан, вылетай. Чемоданчик золотом. Где он? Вон он вылазит. Вылазит. Вот мой хороший, вылез. Есть, я его откопал. Чемодан, это очень хорошо. Вот это все мелочевка, конечно. Есть еще один чемодан. За 500, за 500. Чемодан, чемодан, чемоданище мое. И как раз у меня 6 из 7. И мы сейчас пойдем это все продадим. И давайте, может быть, залезем, посмотрим, что мы там можем еще купить. Есть, продаем.
Бенчик. 2000. Во-во-во-во-во-во. Так, следующий металл-детектор стоит 3500. Обалдеть, мне не хватает. Так, ну я так понял, самое главное здесь это лопата и металл-детектор. Если что, тут не так далеко бегать, можно с рюкзачком и подождать. Короче, металл-детектор стоит 3500, а лопата следующая стоит сколько у нас? О, 4500. О, нет, давайте мы, наверное, накопим на металл-детектор, затестим его. Ладно, я побежал фармить. Есть, друзья, я накопил 3500, давайте купим этот новый металл-детектор и будем копить уже на лопату. Он какой-то ржавый, правда, вот этот мне как-то больше нравится, хоть и третий уровня, это четвертый, но давайте покупаем бенчик, а следующий у нас будет стоить сколько? А, уже 10600, обалдешки. В общем, вот такая у нас ржавая какая-то лопата появилась. Ну что, ржавая лопата, давай посмотрим, на что ты способна. Жалко, прям им нельзя копать, да? Так, это на 100, это старая. 80, черепок. Опять на 500, это у нас, наверное, наш чемодан с деньгами. Ну, либо с золотишком. Кому что там удобнее. Жалко, не показывают, что там внутри, а на нем. Бенч, хорошо. 500, это очень хорошо. Ну, здесь 100, наверное, не сильно дорогое что-то будет. Кубок. 20, так, я хочу какой-нибудь, ну, я не знаю, там на 1000 хоть что ли, хоть что-то можно накопать. Что у нас все пока старое? Все старое, я хочу что-нибудь глубокое, супер-супер новое сокровище найти. Ладно, побежали искать. В общем, друзья, сколько я не бегал с этим металлом детектора, глубже, чем на 500 метров, я ничего не нашел. Видимо, он не сильно так и отличается. Зато я, пока это все проверял, я нафармил на новую лопату. За 4500, да, она, по-моему, стоила? Да, точно, покупаем еще одну лопату. Вот такая она офигенская, черненькая у нас будет. Фу, ну и что, давайте ее затестим быстренько и будем уже с этим режимом заканчивать. Потом я еще, конечно, здесь пофармлю и сниму что-нибудь еще. Так, где у нас что-нибудь тут есть? Во, красавица моя, бенч. О, как она быстро копает-то. Лопает, хотел сказать. Лопата наша лопает. Бэм-бэм-бэм. Вообще быстренько, да? Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Хорошая лопата, однако, за 4500, да, конечно, хорошая. В общем, такой вот прикольный режим металлоискателя, металлодетектора, бы я сказал, и в поисках сокровища. Очень сильно похож на поиски сокровищ, где мы копали нашим ведром. Суть она такая же. Копаем, копим, апаем и опять копаем. Копим и апаем. Ну, мне понравилось. То, что очень интересно, охота залезть вон туда. У меня 12 уровень, только нужно залезть еще за 25 уровень. Думаю, будет там что-нибудь повеселее. Все, друзья, с вами был Капанда. Спасибо за просмотр. Увидимся в следующих видосах. Всем пока-пока.